Всем привет! В этом видео я хочу рассказать о том, как все-таки выгоднее точиться. И я покажу не просто вот на своем опыте или еще что-либо, а попытаюсь доказать это математически. Для примера я покажу это на корейском сервере. Тут у меня много камней, много видов снаряжения, поэтому не будет проблемно. На глобальной версии у меня персонаж бедный, поэтому, к сожалению, на... Ну, да и там, в принципе, у меня он хоть и бедный, но заточен плюс 34 и 35, поэтому сложно это будет сделать. Но возьмем корейскую версию. Вот у нас есть ботинки плюс 24. У нас есть несколько вариантов заточки. Мы берем... И поднимаем просто до 100%, и со 100% шансом мы его точим. А второй вариант, это мы берем и точим. О, к сожалению, я не то нажал. Ладно, так и быть, заточим. У нас есть 25-е ботинки, мы можем поднять до 100%. А можем поднять до 10. Сейчас давайте это продемонстрируем. И заточить с 10% шансом. Ну, чисто экономически мы можем сделать это 10 раз. И по стоимости у нас будет что использовать 100% заточку. Или вот 10% шансом 10 раз точнуть. Зайдет или нет, ну, тут, как говорится, два варианта. Либо зайдет, либо нет. Но... Важно знать, что 10 раз по 10% это не 100%. То есть, ну, вам может повезти и вам зайдет с первого раза, а может не повезти, и это невезение может быть бесконечно раз. Если на теорию вероятности перевести, то у нас, допустим, есть мешочек, в нем 10 шариков, один из них красный, то есть это точка прошла, и... Мы берем и достаем один шарик. Там 9 красных, 1... Ой, 1 красный, 9 белых. Достаем шарик. Если он белый, это фейл. И мы его ставим обратно. И вот это доставание может длиться бесконечно, пока появится этот красный шарик. Но не суть. Другие варианты точки я не буду рассматривать, потому что это сразу фейл. То есть, если вы точите на 20%, на 30%, на 50%, а если уж тем более на 60-70%, ну, это очень плохо. То есть, есть множество скриншотов, где люди, ну, как, не скриншотов, а рассказов людей, когда они точат там 96%, например, и у них фейл. Ну, это жесть. То есть по деньгам добить вот эти 3,1% не составляет никакого труда. То есть, ну, это маленькая сумма по сравнению с тем, как вот потратить на 96%. Но, к сожалению, есть и такие кадры. Поэтому существует два варианта. Либо мы поднимаем на 10% и точим с 10% шансом, либо мы точим на 100%. Другого не дано. Если для вас это важно и у вас нет лишних денег, запомните это. Ну, а теперь перейдем к тому, о чем это видео. То есть, ну, до этого была информация, которую и так все знали. Многие могли закрыть видео и сказать, что я об этом знаю, но те, кто не закрыл, эта информация для вас. Помимо того, что мы можем, ну, точить на 10% 10 раз, есть такой еще момент в случае фейла. Вот давайте продемонстрируем. В случае фейла у нас есть шанс, вернее даже не шанс, а возможность восстановить какую-то часть процента. То есть от 1% до 7% вернуть камней, скажем так. Но за это нужно заплатить вот в данном случае 2 660 000. Более точно указано вот здесь.
Окей. Так, что еще? Мы можем это восстановить. И далее вот у нас восстановилось 3%. 4% мы можем добить вот этими фрагментами, так называемыми. У меня их нету, но желательно их взять. И если мы использовали серебро для восстановления, либо свитки восстановления, у кого они есть, мы обязательно должны восстанавливаться фрагментами. Они на нашем сервере, да и я думаю на всех, стоят по минималке. То есть там 7500, по-моему, да. Кажется так. И их использовать нужно. Вот, я их не использовал. Ну вот давайте повторим этот момент. Вдруг нам повезет и зайдет, но это не точно. И скорее всего нет. Улучшаем. Опять фейл. И заметьте, сумма стала меньше. Почему? Потому что мы ближе были к 10%. То есть не нужно гнаться за 10, за 11, 12, 13%. Вот на 10 и восстанавливаем. Так эта сумма будет меньше. Хорошо. Восстановили. Камнями добили до 7%. И дальше продолжаем точить таким же способом. Хорошо. У нас опять фейл. Давайте, кстати, посмотрим быстренько, с какой попытки у нас зайдет. О, перебор. И как только зайдет, мы или мне надоест, и мы перейдем к тому, о чем я хотел рассказать. Перейдем к тому, что я начну доказывать математически выгодность или нет вот этого варианта. Так, мы уже 5 раз кликнули. 6. Нужно ускориться. И вот у нас зашло 7-го раза. Нам повезло. Повезло. Перейдем к доказательству. Сейчас одну секундочку. Так, вот. Это я общался с человеком, который сделал просто уникальную таблицу. Я вам ссылку на эту таблицу я оставлю под видео. Мы общались и вообще рассуждали, по какой формуле это нужно вычислять. И вот так, представим. То есть мы точим с 20 на 21 оружие. Цена камня на нашем сервере в момент, когда я записывал это видео, была 1025 серебра. Зеленых простых камней. Стопроцентная задочка – это вот количество камней, которые мне нужно было. 3579 плюс, вернее, умножить на стоимость камня 1025 плюс вот это, ну, 105 серебра. Когда мы улучшаем, с нас снимает это серебро. В итоге при 100% заточке мы потратим с 20 до 21 4 миллиона 44 270 серебра. Хорошо. Но если вдруг вот мы будем точить с 10% шансом. Формула делится на две части. То есть первая часть – это когда мы точим первый раз 10%. На 10% нам нужно 358 камней. Опять также умножаем на стоимость плюс стоимость вливания камня.
И получаем 404 тысячи. Хорошо. Затем стоимость восстановления считается немножко иначе. То есть мы берем вот эту сумму восстановления. Вернее, следующие 10% считаются немного иначе. Мы берем сумму восстановления, 222 тысячи в нашем случае. Плюс у нас шансов восстанавливается от 0 до 6%. То есть, ну, написано от 1 до 7, но в итоге, да, вот, от 1 до 7%. На вот этой точке, плюс 20, фрагмент восстанавливает 0,4, кажется, так там было. Я тут, к сожалению, не заскринил, но, по-моему, это так было. В итоге, чтобы восстановить максимум 6%, это 112 500. Делим на 2, потому что нам может попасться от 1 до 7. То есть, ну, нужно поделить эту сумму. То есть, это среднее значение. Далее нам оставшиеся 3% нужно добить камнями. И в нашем случае это вот 107 камней нужно было. Опять умножаем на стоимость плюс стоимость вливания. В итоге вот следующие 10%, то есть вторые и последующие, состоят из стоимости восстановления, фрагментов, средняя стоимость, и вот эти 107 камней. То есть цена вот 107 камней. В итоге получается 399 611. Теперь идет сравнение 100% и 10%. Ну, тут 100% это легко, мы посчитали в самом верху. А вот 10% и с восстановлением, вот 10% без восстановления стоит 104 тысячи, но это почти одинаковые должны быть суммы. Но они не всегда одинаковые, потому что иногда на 10% нужно, например, на какую-то часть камня чуть больше. Но в итоге они должны быть одинаковы. Так, вот 10% с использованием восстановления. То есть вот формула состоит: первое 10% плюс 9 умноженное на последующие 10%. Итого получается вот 4 039 000. И вот даже вот при такой стоимости камней, очень низкой, 1025 серебра за камень, это очень низкая стоимость. И вот даже при такой стоимости на точке 20-21 выгоднее точиться 10% шансом с помощью восстановления. Без восстановления, блин, если честно, я бы тогда просто использовал 100% шанс. То есть, ну, вот в эти 10%, ну, тут или-или. А вот, например, 10% плюс восстановление, ну, уже звучит заманчиво. Это вот, тут цифры почти одинаковые, но давайте представим, что мы точим не оружие, а, например, броню. И тут ситуация другая. В данный момент на рынке вот зеленых камней вообще нет. Вот на момент записания видео. И стоимость мы берем максимальную, например. Вот там мы скупили как-то или у нас были. Но вот берем максимальную стоимость. 1809 серебра. Проводим те же подсчеты и получаем, что 100% заточка у нас выйдет 6 850 000, а 10% с восстановлением у нас выходит 5 121 000. И в итоге у нас профит 1 729 000. Но это еще не все, что я хотел показать. То есть вот я тут математически доказал, что все-таки 10% и с использованием восстановления с точки на 20, с 20 на 21 выгоднее точить
10% шансом. Но так на самом деле будет не всегда. Например, сейчас я точно не покажу это, но если мы, например, точим на плюс 30, вот стоимость восстановления, вот эта стоимость, тут уже будет, например, не 200 тысяч, а 20 миллионов. И тогда я считал, вот не помню, плюс 29 или плюс 30, и вот тогда вот эта разница очень большая. Вот тут будет число, но значительно выше. То есть стоимость с 10% шансом значительно выше. И вот сейчас на сервере выгоднее все-таки, если вот у вас, если вы точитесь примерно с 15 до 25-26, тогда лучше использовать 10% шанс восстановления. Если вы точитесь выше, например, там плюс 30, плюс 31, тогда только нужно точиться 100% шансом. И напоследок я хотел показать очень интересную таблицу, которую сделал человек, о котором вот я говорил, с которым я переписывался. Тут она пока еще не готова, тут вот нет данных. Какие нам нужны данные? То есть нужны стоимость восстановления на каждом уровне и на каждом виде оружия. И количество фрагментов необходимо. Вернее, сколько фрагмент дает опыта. Ну, вот, например, мы проверим вот то, что я точил плюс 20. То есть я эти данные заполнил. Вот. Если мы берем, используем зеленые камни, указываем стоимость 1025 серебра, потом 9 раз точим, 9 раз восстанавливаем, вернее, опускаем ниже, и нам считает, что, по-моему, те же цифры должны выходить, но не уверен. Но тут правильный. То есть, если бы мы точили 100%, мы бы потратили 4 миллиона 134 тысячи, а с 10% шансом плюс восстановление мы бы потратили 4 миллиона 71 тысячу. Окей. Меняем оружие на снаряжение 809 и получаем, что 100% мы бы потратили 6 миллионов 941 тысячу. Если бы мы точили с 10% шансом, мы бы потратили 5 миллионов 110 тысяч. Вот такая вот математика. Так, сейчас я посмотрю. Вот у нас есть Orange плюс 31. Данные по Orange плюс 31. Сейчас я выберу это. То есть я хочу показать, что вот, например, на Orange плюс 31 я считаю, что будет уже невыгодно использовать восстановление. И вот сейчас мы это проверим. Ага, мы не проверим, потому что все-таки данных нет, к сожалению. Да, там нет стоимости фрагмента, поэтому пока что вот таблица сырая, и но в ближайшее время мы постараемся ее заполнить. Ну а пока, на данный момент, просто я вот рекомендую, еще раз повторю, что вот рекомендую точить с 10% шансом снаряжение от 15 до 25-26. Может быть 27, но это уже там близкие суммы, то есть я не могу быть уверенным. Начиная примерно с 29-30, точно нужно точиться только со 100% шансом. Иначе, ну, математически вы должны оказаться в минусе. Если вам нравятся такие видео, если вам это видео было полезно, подпишитесь, пожалуйста, поставьте лайк. Это для меня очень важно. Это мотивирует меня делать подобные видео. Ну и всем спасибо. Всем пока.